На большинстве дорог лежачие полицейские нужны для охлаждения чересчур горячих водителей, но в Африке водители сбавляют скорость перед любым препятствием. Каждая из них может оказаться вот такой огромной змеей. Кэмерон Уот возвращался домой по привычной дороге и вдруг обнаружил, что ее перекрывает толстое бревно. К счастью, мужчина решил на всякий случай остановиться и проверить, это спасло ему жизнь. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на дороге разлегся питон просто невероятных размеров. Кэмерон достал камеру и снял, как змея неторопливо пересекает дорожное полотно, метр за метром скрываясь в кустарнике. Впечатляющее зрелище, правда? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.